Во Владивостоке в здании международного аэропорта прошла практическая тренировка по ликвидации условного пожара, эвакуации и спасению людей. В мероприятии приняли участие пожарные Главного управления МЧС России по Приморскому краю, специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов совместно с работниками учреждения. По легенде учений, возгорание произошло на цокольном этаже в багажном отделении аэровокзального комплекса. В результате пожара произошло сильное задымление по коридорам и холлам этажей аэропорта, что создало угрозу для находившихся внутри людей. Информация об условном происшествии незамедлительно была передана в пожарно-спасательную службу города Артем. В ходе проведенных учений личный состав с поставленной задачей справился. Эвакуировано 150 человек, включая посетителей объекта и персонал. Также спасено 3 человека. Сотрудники МЧС России отмечают, что тренировка прошла успешно, а все поставленные задачи выполнены. Международный аэропорт Владивостока является социально значимым объектом, поэтому тренировки в данном учреждении проводятся регулярно. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.